Да, идет, идет он. Да, еще одни идиоты. Гладиатор. Ты он слот? Серьезно? Мне это похуй в мороз. Эй, что нет. Серьезно? Ну, прыгну, только тебе щита хватит. Молодец. Возьму-ка я вот этого. О, молодец. Так и надо играть. Что, никто не попадает здесь, что ли? Я думал, попаду по нему, а не попал. Так что... Кто не ошибается, тут молодец. Поговорка такая есть. Давай, я тебя хочу убить. Отомстить. Месть. Месть. Yeah! Конечно, надо маяк брать. Да. Надо брать 10 маяков. Беги, маяк бери, конечно. Вот нахрен тебе этот маяк сдался, а? Мы по маякам вообще ведем сильно. Ты вот сейчас сдохнешь, тупой осел. Бой быстро закончится. Хорошо, что ты маяк не взял, олень. Так, мистер полудохлый, надеюсь. Хотя не будем рисковать. Взяли этот маяк, вот все олень, а? Ты будешь из-за угла выглядывать, олененок, да? А, щит-то сломан! Маяк, маяк. Маяк, 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 маяк. А я не буду маяк брать. Попадает хоть что-нибудь? О, попало чуть. Ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. О. Просто олень.
убивать, наверное. Давай, давай. Где наш-то хоть? Помогите мне, а? Ну, здесь маяк. Маяк, надо взять маяк. Правильно, можно уметь и задержки. Маяк надо взять. Надо взять маяк. Маяк надо взять. Надо взять маяк. Маяк надо взять. Кстати. Давно маяк не брали, но маяк есть. Надо маяк взять. Надо, кстати, маяк взять. Давно маяки не брали, надо маяк взять. О! Оленёнок. Плыви сюда, к мамочке. К мамочке плыви, оленёночек. Оленёночек. У них один не играл. Так что это все нечестно. Это нечестно. Если бы вот у них и бы этот играл бы, было бы совсем все по-другому. У него кубков хреново гора. По лигам. Мастер лига. Средний урон маленький. Почему? Потому что у него ланцелоты со шляпами. Дробовик наносит много урона. А у меня-то еще хуже все. У меня вообще все запущено. А у меня урон средний 620. Это считается нормально уже. Больше 600 это круто. Это профессионалы или ветераны, опытные. Ну вот. У меня вообще вот так вот. Три тяжелых слота заняты шляпами этими. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. А, нет, не пока. Давайте посмотрим вот этого. Мне это вообще не нравится. А, нет, не этот, подожди. Странный. Вот этот. Ну такой тупой, блядь. Я как с ним не играю. Он все время на своих фурах дрочит. На любой карте. Dead City фура, блядь. Ямантау фура, блядь. Между этими картами разница-то есть. Все же понимают. Опытный игрок. 8000 боев. Побед с половиной. Уничтожено 2,7. Урон средний 500. Побед 40. То есть, если попадается этот игрок к вам в команду, вы почти не выиграете. Вы, скорее всего, проиграете. Хотя этот долбоящер набьет нормальный урон на своей фуре. Но он просто олень. Он не странный. Он олень. Если вы его знаете, в ВКонтакте или в реале,
Пошлите его нахуй. Скажите, это Z сказал. То есть это от Z. И можете сами, если у вас мнение свое есть, если вы не долбоебы, блядь, вот таких игроков типа странных, блядь, сразу посылайте нахуй. В жизни там во ВКонтакте. Не как людей, а как игроков. Потому что реально они долбоебы.